И всем привет, друзья, Ипсонам Ютубу, у микрофона Максимус, и сегодня мы продолжаем с вами обсуждать такую игру, как Sally Face. Поехали! И недавно на днях мне одна подписчица прислала свою теорию по Sally Face. И, так скажем, если же я ее выбрал и решил записать о ней ролик, то получается теория, так скажем, достойна упоминания. И давайте уже приступим. Ей кажется, что Салли и его мама пострадали от нападения собаки. Сначала вспомним про начало истории. Мы оказываемся в палате, где есть картина собаки. Дальше нам приходится разгадывать загадку с дверями. Ну, вы, надеюсь, поняли, о чем она. Из букв на дверях у нас складывается слово «пес». Дальше мы оказываемся на похоронах, предположительно, в похоронах мамы Салли. И заводим диалог с собакой, которая говорит: «Я похоронил ее заживо, пацан». Что такое... Что также намекает на участие собаки. Затем давайте вспомним второй эпизод. Начинается он с детского воспоминания Салли. У мальчика нормальное лицо, и пока нет протеза. Он подходит и просит свою маму, чтобы она разрешила посмотреть и погладить песика. Она решает пойти вместе с ним. Тут и начинается интересно. Когда маленький Салли доходит до места среди деревьев, появляется анимация собаки. Экран темнеет, и уже Салли идет с окровавленным лицом. Она думает, в момент темного экрана собака напала на мальчика. Его мама пыталась защитить ребенка ценой собственной жизни. Сам Салли оделся лишь лицом. Она думает, Салли очень винит себя за смерть его мамы. Надпись «Это твоя вина» в начале первого эпизода. Конечно, это всего лишь догадки, но я уверен, что они в какой-то мере являются контрольной точкой в том, что произошло до того, как Салли попал в апартаменты Эдисон. И, в общем-то, вот такой вот маленький ролик по Sally Face, и я всего лишь его записал для того, чтобы в какой-то мере рассказать вам вот такую интересную теорию. Есть теория от подписчика, которая рассказывает, почему старушка на нижних этажах является призраком. И если вы хотите ее слышать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте. Также не забывайте, что я есть ВКонтакте, что у меня есть второй канал, где я озвучу мультфильмы. Ссылка на все в описании. Также пишите свои догадки насчет Sally Face в описании. Также пишите свои догадки насчет Sally Face в комментариях, а можете написать мне в личку ВКонтакте. Ссылка на все в описании. Ну что ж, а на этом все. С вами был Максимус. Всем хорошего настроения, всем бай-бай, удачи!